пришла посуда, сейчас открывать. Чтобы не порезать провода. Внешне вроде бы все нормально. Пультик у нас есть. Так, сразу его воткнем. Никакой нету, тоже ничего. Подкидываем 220, ничего. Тут тоже никак не реагирует. Но сеть, правда, загорелась. Абсолютно ничего. Надо не подключена кнопка. Так, подключаем питание. Так, подключаем джойстик. Заработала. Релюхи щелкают. Здесь питание загорелось. Зарядка пошла. Просто из одного контакта. Вот этого не работало.
жмем, чтобы не спадал. Надеваем назад. Теперь закручиваем. Включаем, проверяем. Зарядка пошла. Реле работает. Реле работает. Все, зарядится, будем отправлять.